Несколько миллионов рублей в казну принесли тюменские водители. Всего за неделю способствовали этому автоинспекторы. Они отреагировали на рост числа нарушений на улицах областного центра. Стражи порядка переставили радары в наиболее горячие точки. Как показала неделя работы комплексов в городе Тюмени, ими было выявлено более 15 тысяч нарушений скоростного режима, в том числе более 1500 превышений скорости на величину от 40 до 60 км в час и более 100 нарушений, связанных с превышением скорости на величину более 60 км в час.